идите работайте, женщина. Ну серьезно, на работу надо уже. Я третий день прихожу сюда, я лекарства получить не могу. Расшифровать слово «оптимизация» здесь, пожалуй, каждый может по-своему. Любой вариант не для эфира. Несколько десятков человек на два тесных помещения. И это при том, что провизор еще не начал работу. Людмила ходит в льготную аптеку с 2008 года, но в такие очереди стала попадать только с декабря. В каждом районе была своя аптека. Я живу на Кощеево, у нас там своя была аптека. Ну, 2-3 минуты я тратила. Потом перели в другую, в третью, в пятую. Но везде было по 2-3 минуты. Соредина я получаю 1910. Симбикорд 2700. Мои лекарства все дорогие. Все до одного. Дешевых лекарств при астме не бывает. А сэкономить на льготных лекарствах Людмила почти не надеется. Как и многие посетители льготной очереди. 2 часа простоишь и пошел пустой. Закрывать. А почему пустой? То есть не хватает? Нету лекарств. Я 4 раза в месяц хожу, больше у меня сил не хватает. У меня высокое давление за 200 и диабет. Я задыхаюсь. Я больная, и он практически инвалид. И мы говорим уже друг с другом, что мы не будем получать кардиопакет. Будем покупать. Как встанешь, 2,5 часа. Тут и в обморок падают, и кто-то уходит все-таки. Это вообще беспредел, это еще народу мало. Народ столько тут набивается, что еще стоят на улице люди. А потом подходишь к этому к окошечку, а нету. Бояться не станет и этой аптеки. В очереди ходят слухи, ее присоединят к отделу на Малахова 111. Уже и здесь рабочий день начинает только один провизор, который, кстати, не любит сниматься. Молодой человек, а вы имеете право на съемку, а? Вот сейчас не знаю, удалось вам услышать или нет, но провизор, видимо, не выдержал и сказал, что если камера не уйдет, она не продолжит выдавать лекарства. Но мы из солидарности с теми, кто стоит в очереди, просто дальше не будем ее снимать. Отстояла 1,5 часа очередь, мне говорят, идите покупайте. Это льготное лекарство, его просто нет здесь или что? Не объяснили даже ситуацию, идите покупайте, у вас рецепт неправильно выписал. Мне врач вчера терапевт говорит, идите получайте вот адрес. Будем разбираться. Мы тоже хотим разобраться. Чтобы понять, почему люди стоят в очередях часами и часто не получают лекарства, редакция направила запрос в Краевое министерство здравоохранения. Вам какая разница? Конечно. Вы министр? Андрей Дриер, Николай Шилко, «День с толком».